Итак, доброе утро, дорогие друзья. Доброе утро. Сейчас мы начинаем в Инстаграме, не в Инстаграме. Сейчас мы начинаем как раз в, знаете где? Значит, глава Лех, Леха, день первый, день первый. Значит, мы сейчас начинаем трансляцию в Телеграме. И я вам очень-очень советую, очень советую подписаться на наш Телеграм, для того, чтобы прямо в Телеграме получать и трансляцию, и видеозапись, и аудиозапись трансляции. Это очень удобно они сделали. Сразу можно получить аудиозапись. Кто-то, кто ездит в машине, ему удобно, можно ее послать. Можно загрузить на подкаст, сделать. Да, вот, может быть, мы сделаем, Якова Штадина попросим, сделаем подкаст в iTunes, да, в... Где-то еще там, в Google можно сделать подкасты. Хорошо. Значит, мы начинаем изучать недельную главу, недельную главу Лех Леха. И как начался его новый-новый путь. Да, шалом из Шалом. Значит, это очень такая важная глава. И интересно, что есть такой закон в Торе. Написано «Дела отцов – знак для сыновей». Что все, что происходило с отцами Авраам, Искак и Яков, то же самое происходит с еврейским народом во всей истории и лично с каждым из нас. И интересно, что те, которые. Те, которые люди, которые принимают иудаизм, например, да, они становятся сыновья Авраама. Это тоже очень такая интересная информация. Они становятся сыновья Авраама. Еще очень интересная информация, знаете, какая? Так, вот, сейчас только включу. Еще очень интересная информация дополнительное, да, что, значит, те, кто принимают иудаизм, становятся сыновья Авраама, и что если мы посмотрим, кто больше всего повлиял, вот чьи идеи, чьи знания больше всего повлияли в целом на весь мир, окажется, это Авраам, потому что на сегодня, если мы возьмем все население мира и возьмем те, то, что называется авраамические религии, да, то есть те люди, которые идут по... А, служат Богу Авраама, назовем это так, да, то этих людей больше всего, потому что это евреи, ну, евреев очень мало, 15 миллионов, а есть мусульмане, они тоже, это авраамическая религия их там, 2 миллиарда, и христиан где-то 2 миллиарда разных, разных направлений. То есть больше 4 миллиардов людей идут по авраамическим религиям. Интересно. Хорошо. И как же он появился, Авраам? Давайте почитаем. Значит, Лех Леха, начинается глава, и сказал Бог Аврааму, иди себе из твоей земли, из твоего города, из дома отца твоего в землю, которую я тебе покажу. Значит, сразу здесь э, мы обращаем внимание на то, что и сказал Бог, Бог это Юд Кева в четырех буквы на имя, Бог Творец. То есть 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 Бог творения, Бог Всесильный. Это как... Э, Природа, Вселенная, всесильные. А есть Бог-Творец, который сотворил это все. И вот обратился Бог-Творец к Аврааму и сказал ему, Лех-Леха, иди себе. Значит, на святом языке, на иврите, Лех ⁇ это Ламет, это 30 Диматрия, Кав ⁇ это 20, 50. Лех-Леха, иди к себе или иди себе, можно перевести. 50 плюс 50 100. Интересно, что в этот момент, когда Бог сказал Аврааму, ему было 75 лет, а всего он прожил 175 лет, то есть ему еще оставалось этого момента 100 лет. И второе в этом зашифровано, лех-лыха именно в таком обороте, иди себе, 100. В 100 лет у Авраама родился сын Ицкак. Вот видите, вот так читаешь, думаешь, какая вообще там математика, прям программный код. Потом очень интересно обращают внимание все комментаторы, что бог сказал ему так иди себе из твоей страны из твоего города из дома отца твоего но по логике должно быть наоборот вначале человек выходит из дома потом из города потом из страны почему написано из страны из города из дома потому что бог ему сказал так что вначале откажись от обычаев и от, от идеологии твоей страны да это достаточно легко отказаться мы все отказались в большей или меньшей степени от обычаев и идеологии страны, в которой родились. Советский Союз сейчас мало уже я видел в последнее время пионеров, комсомольцев, партийных очень мало, а раньше это было много. И, но есть, которые хранят обычаи страны, переехали в Америку на Брайтон-Бич, на Брайтон-Бич где-то ходят в те же советские рестораны, слушают ту же советскую музыку, пьют с тех же хрустальных бокалов советского времени и не готовы отказаться от своих обычаев страны, которая уже нет. Теперь выйди из города твоего. Значит, город это я харьковский, да? Я видел где-то в Израиле такую на в каком-то офисный центр и тут я вижу такая табличка: всемирное объединение евреев Черновцов. Вот кто-то вот решил, что все-таки мы из Черновцов уехали, но мы все равно про Черновцы не забудем, да, например. То есть Черновцы всегда будут с нами, даже если мы от них уехали в разные страны мира. Это обычаи города. Обычаи дома отца, даже это, это сложнее всего отказаться. Мы говорим так, как говорили наши родители, мы действуем, мы думаем. Это как слепая зона, то есть человек не видит, насколько он внутренне похож и сформирован своими родителями в детстве, то есть мы копировали, развивались, полностью повторяя своих родителей. И вот Бог сказал Аврааму, то есть если ты хочешь со мной соединиться, так говорит, уйди, оставь это все. Это все не ты, это все наносное, это все то, что тебя без твоего осознанного выбора сформировало, но ты можешь от этого отказаться, ты можешь выйти на свободу. Вначале из страны, потом из города, потом из дома отца твоего, и значит, Эль Арец Ашерареха, в землю, которую я тебе покажу. Но Бог не сказал, куда идти. Это было испытание для Авраама, потому что, потому что когда ты знаешь, куда идти, это достаточно просто. Ты идешь туда, куда знаешь, куда идти. А если ты не знаешь, куда идти, вот это было для Авраама испытание, что Бог ему не сказал, куда идти. И дальше Бог ему говорит, и сделаю я тебя большим народом. То есть, Тут очень интересно, то есть с одной стороны он ему говорит, оставь все то, к чему ты был привязан и что создавало твою самоидентификацию и твою уверенность в жизни, да? Связь со своей страной, связь со своим городом, со своей семьей. Он ему говорит, оставь все это, а Авраам такой говорит, а, а где же я, что же со мной будет, меня же нет тогда, то есть меня просто не будет если от всего этого отказаться. Бог ему говорит, я тебя сделаю большим народом. То есть, если ты соеди... освободишься от того и соединишься со мной, я тебя сделаю. То есть, это безгранично. Это же Бог. Значит, вы исхали гойгодор, я тебя сделаю большим народом. в аварехаха, я тебя благословлю. Значит, ты не потеряешь ни в богатстве, ни в чем. В агадла шмеха, и я возвеличу твое имя. То есть, тут очень интересно, что Сделаю тебя большим народом, я тебя размножу. Это благословение на детей он ему дал. Благословлю тебя. Это он ему дал благословение на материальный успех. Вагадла шмеха, я возвеличу твое имя. Это признание, слава, буду тебя знать весь мир. И мы действительно видим, что 4 миллиарда человек идут по, по идее Авраама. В браха, и будет у тебя браха, будет у тебя благословение. Вот тут, когда Бог это сказал Аврааму, то он ему передал источник, через который мир снабжается благословением. То есть мы все знаем, бывают годы хорошие, бывают годы плохие, бывают дни хорошие, бывают дни плохие, бывают прям вот прет, а бывает не прет. Вот это все обычно идет с неба на человека, да, но если есть праведник, такой большой праведник, то ему Всевышний передает ключи вот это благословение, то, что праведник сказал, Всевышний выполнил. И он Аврааму говорит, я тебе дам, значит, вот это благословение, источник управления реальностью. аварха миварехаха он говорит, и я благословлю тех, кто будут тебя благословлять. То есть Авраам на тот момент шел против всего мира. Мир было дело поклонить, и было страшно уходить, Тут хоть его там папа мог защитить, семья какая-то, там род, город. А тут он вообще уходит в никуда. Он говорит, я благословлю тех, кто тебя благословляет, У Микалелеха Аор. А те, кто тебя проклинает, я прокляну, сказал Бог. Вы не врыху, быха, коль, похода Адама. И благословятся тобой в тебе все семьи земли. И мы видим действительно, что прошло с тех пор, как был этот разговор Авраама с Богом. Прошло примерно 4000 лет. И мы видим сейчас, насколько все вот эти вот потомки Авраама, Дубай, Объединенные Арабские Эмираты, Израиль и все Америка, да, где написано Ингат Траст, в Бога мы верим на долларах, все это, они идут все по заветам Авраама и благословятся в Аврааме все семьи земли, которые его благословляют. В Авраам. Баш, кашер Ашем. И пошел Авраам, как ему сказал Бог, значит, он пошел. Велех и то Лот. И вместе с ним пошел Лот. Тут мы видим, что Лот, он пошел. Лот это был его племянник. И Лот пошел не по завету Авра, Бога. Он пошел просто, он прикрепился к Аврааму. И тут очень важно, вот мы от Лота мы учим, насколько важно кому ты прикрепляешься. Большинство людей они не просто большинство людей, можно сказать в этом случае смело слово «все», потому что только единицы-единицы выдумывают что-то свое, и остальные люди, ну то есть там 99.9999% людей, последователи, мы все последователи. И очень важно, за кем ты идешь. Вот Лот, он пошел за Авраамом, и это полностью сформировала его жизнь, его судьбу и судьбу мира. Во, во Авраам, Авраам, ему было тогда 75 лет, так что никогда не поздно, не переживайте, никогда не поздно. Пока человек жив, значит, он должен стремиться ко Всевышнему, и Всевышний может ему дать благословение в любом возрасте. Аврааму было тогда 75 лет, Бацитоме Харан, когда вышел он из города Харан. И взял Авраам, Сару, жену его, и Лота, племянника его, и все имущество, которое они э, с, собрали уже в городе Харан. Харан это как на Харьков похоже, да, Харан. И те души, которые они сделали в Харане, то есть были у них уже ученики, были последователи, сколько не написано, но были какие-то люди, которые уже, э, они шли по, по вере Авраама, да, то есть Авраам, он верил в Бога, он рассказывал про Бога, про единого Бога, Творца, Мироздания, Создателя. И он рассказывал, и люди были, которые верили ему. И здесь очень важная такая вещь интересная, что если, значит, что Авраам, то, что он был богатый, то, что у него были деньги, то, что у него была слава, признание – это очень помогало ему приближать людей к Богу. Почему? Потому что, как смотрит обычный человек? Он говорит, ну хорошо, если есть Бог, так а что же он ему не помогает? -то? То есть, нужно... Человек, который верующий, он должен быть как минимум он должен быть счастливым и радостным. То есть, возможно, и это самая большая сила. Самая большая сила – это не иметь там деньги и так далее. Самая большая сила в этом мире – это быть счастливым и радостным. Это, этому завидуют все. То есть, все люди стремятся к, к Радости и к счастью. Но у каждого свой путь. Иногда этот путь очень длинный. Многие думают, что деньги ⁇ это тот путь, который обязательно приводит к счастью и радости. Но по факту счастье и радость ⁇ это является главным критерием того, что человек живет правильно. И получается, что, например, Рабиатива, да, его уже убили в конце, и все удивлялись его ученики. Это Тора, это награда за Тору. А Рабиатива смеялся. Он говорит, люди, послушайте. Я, говорю, всю жизнь об этом мечтал, за Бога жизнь отдать. И это это уровень, это уровень вообще самый высокий уровень, когда даже когда человека убивают, его это абсолютно никак не расстраивает, а он совершенно спокойно, радостно, так как он, ну, он на совершенно другой ступени развития, чем, чем просто обычные люди. В общем, вышли они из Корана, с ними были Лот, племянник, и те люди, которых они привлекли своей верой в Бога. И вот они вышли, и пошли они в сторону земли кнан Земля кнан это земля Израиля, которую в то время населяли потомки Хама. Это было интересно, почему они населяли именно потомки Хама, потому что если бы населяли потомки Шета, Шема, Шема, то тогда Авраам не мог бы забрать эту землю, потому что это, это был бы грабеж. Но так как Бог проклял Хама и сказал, что Хам и Кнаан, его, его сын, то они будут рабами, рабами рабов они будут, то есть а то, что принадлежит рабу, принадлежит хозяину. И он отдал их, именно потомков Хама и Кнаана, в, отдал в рабство Шему, да, сыну Ноаха то когда Авраам, который был из потомков Шема, пришел в землю Израиля, то это была его земля. Хотя, фактически, она называлась земля Кнаан, и, значит, там жили кнаанейцы. В Явор Авраам барец и прошел Авраам по этой земле до места, которое называлось Шхем, и от Алон-Морет. Было там пригород Шхема, назывался алон Море. Икна они, Ик они тогда были в земле. Именно тогда они были в земле, то есть они на то время охраняли землю. Как когда Израиль ушел из земли Израиля 2000 лет назад, то эти две тысячи лет назад земля Израиля была на хранении в... Значит, вначале она была у кого-то там, потом у кого-то, потом у турков, потом у англичан, а потом опять вернулся Израиль в 1948 году от сотворения мира. И, значит... 1948 году по новому летоисчислению. А интересно, что Авраам, вот тут вы легко запомните, Авраам родился в 1948 году от сотворения мира, а земля Израиль, а страна Израиль, она получила независимость в 1948 году от, считают по новому летоисчислению. Хорошо. И вот значит двигаемся дальше и увидел Бог. Авраама и сказал, а не увидел и показался Бог Аврааму. Когда он пришел в землю Израиль, то у него открылся новый уровень пророчества. То есть каждая земля обладает а, определенным влиянием. Это тоже, кстати, говорят комментаторы Устная Тора, когда Бог сказал ему «выйди из своей земли». И там Малбим говорит, что каждая земля у нее свой мазаль. Свое... Мазаль – это своя как бы судьба. Мазаль это то, что влияние звезд на эту землю. И земля Израиля это святая земля. И если раньше написано «Бог говорил Аврааму», то здесь и показался Бог, Творец Аврааму, и сказал. То есть показался, когда написано это не так, что он увидел его, а это более высокий уровень пророчества. «И открылся Бог Аврааму и сказал, «Твоему потомству дам я эту землю». И Авраам построил там жертвенник Богу, который показался ему. И ушел он оттуда, и значит дошел он до места, которое называется Бейт Эль, дом Бога, и там он поставил свой шатер. Значит, и там тоже он сделал жертвенник для Бога Творца мироздания и взывал там э, к имени Бога. Значит, там он тоже проводил э, семинары, знаете, проводил он семинары о том, что есть такой сейчас. Э, например, в Израиле семинары «Арахим» называются. И они проводят, рассказывают о Боде, значит, тем людям, которые хотят узнать. И вот Авраам, он тоже, когда написано, что он взывал к имени Бога, то он проводил там семинары для тех, которые хотели узнать про Бога. То есть люди слышали, что есть какой-то удивительный человек такой, Авраам его зовут. И он рассказывает, что есть Бог, Творец Мироздания, Единый Бог и так далее. И люди к нему пришли и слушали. Теперь Вайса Авраам Алох Венасоа Анегба. И двигался, ездил Авраам вперед и назад в сторону пустыни. Значит, он был с севера Израиля, на юг Израиля, он ходил, и везде он проводил, значит, тренинги и семинары. Хорошо, дальше идет повествование. И был голод в земле, и спустился Авраам Мицраем. И был голод в земле тогда Израиля, Всевышнему сделал испытание, значит, Всевышнему сказал, иди, я все будет хорошо, он приходит, жене сказал, все будет хорошо, жена, едем в Израиль, значит, Сара, все будет великолепно, приходят, проводят семинары, и голод вообще, голод, засуха, и написано, «И спустился Авраам в Мицраем, спустился Авраам в Египет, Лягур-Шам, чтобы пожить там, тиковет ара барет, потому что был тяжелый голод на зем... в земле Израиля. Вот тут говорит Трамбан, такой великий комментатор. Он говорит, что в этом месте Авраам ошибся. Он ошибся, Авраам. Почему? Потому что Бог ему не сказал спускаться в Египет. Если бы он не спустился в Египет, то тогда бы Бог бы ему бы все равно дал бы еду в Израиле. Но из-за того, что Авраам спустился в Египет, что произошло потом? Потом то же самое произошло с потомками Авраама, Яков и его сыновья спустились в Египет. Почему? Потому что Авраам, их корень, да, Авраама, Вину, дела отцов, знак для сыновей. То, что происходило с Авраамом, это был корень, оно потом происходило с его потомками. И если бы, говорит Рамбан, Авраам не спустился в Египет, тогда не было бы египетского знания, не было бы египетского знания, рабства и так далее. Но мы видим, что был голод, и Авраам заложил как бы вот этот алгоритм в в структуре реальности, что спускаться в Египет. И потом, значит, народ Израиля тоже спустился в Египет. -е -е и было, когда он приблизился к Египту, и сказал он сарай, что «Ины -э ад». Он говорит, вот не знал я, что женщина такая красивая видом ты. Очень странно, что он этого не знал. Это раз, он же был на ней много женат. Поэтому есть здесь несколько объяснений. Первое объяснение, что когда они приблизились к Египту, то жители Египта были очень некрасивы. Они были черные какие-то, все такие кривые. И он на, сравнении, когда он увидел, какие люди бывают, он говорит, не знала, что ты такая красивая. Это первое объяснение. Второе объяснение, что она была такая скромная, что он ее не видел, что она ходила как в такой очень, видно, сильной паранже. Тоже такое объяснение непонятное. Третье объяснение, что когда он подошел к Египту, и они уже к тому времени какое-то время были в земле Израиля, то святой земли Израиля очень сильно отразилась на Саре, которая была невероятная праведница. И когда он на нее посмотрел, он увидел рядом с ней божественное присутствие. То есть, как мы поем в песне Эшетхайле, это то, что написал царь Соломон, конец притчи. «Кто найдет доблестную жену, цена ее намного выше жемчуга. Там в конце есть слова, что Шекерахен -э обманет миловидность в Йофе и как пару идет красота, и Шайра Ташем, но женщина, которая есть у нее, трепет перед Богом, и Титалаль, она будет всегда прославляемая. И, возможно, третье объяснение, что когда он ее увидел, и она сияла, у нее было это божественное присутствие, да, в ней Шхина. Он увидел, вау, он говорит, ты какая-то красивая женщина, потому что вот это сияние э, святости, да, оно, оно дает огромную красоту. И он ей говорит дальше, ну вот говорит, как увидят тебя эти египтяне, значит, скажут они, что вот жена она, я, и убьют они меня, а тебя оставят живых, он говорит, видишь, какая интересная ситуация, да, ты такая красавица, меня теперь убьют потому что ну египтяне они были такие очень э, как сказать ну вот такие у них были обычаи скажи пожалуйста что ты моя сестра для того чтобы в э, либо чтобы сделали мне добро э, ради тебя для тебя выхайтана в шибе и выжив, выживу я выживет моя душа из-за тебя это мы за первый день прочли, что это у ей сказал. Это очень интересно, потому что потом и Ицхак также говорил, и в принципе вот этот вот момент, скажи, что ты моя сестра, он и дальше проглядывался. И выглядит это в глазах людей, не знающих, выглядит не очень красиво. Теперь устная Тора нам объясняет. Значит, он, когда заходил в эту землю Египта, он знал, что они могут его убить как мужа для того, чтобы забрать Сару. И он ей говорит, смотри, во-первых, мы родственники, ты моя сестра, это факт. Это не обман, это, это факт. Второе. Значит, по законам древнего мира, что если есть девушка красивая или женщина, и хотят на ней жениться, то давали ее семье, ее отцу, или если не было отца, брату, давали выкуп. И он ей говорит, смотри, мы зайдем, и когда кто-то будет приходить к тебе жениться, я буду говорить, что выкуп очень большой, что есть уже претендент, который дает этот выкуп. И если дадут больше, то тогда, значит, ну, поговорим. И Авраам как рассчитал, что когда он так будет говорить, египтяне, они очень пугливые тоже. То есть все, которые люди очень воинственные, они по факту очень пугливые. То есть они это как бы на компенсации в свою воинственность выставляют на показ. И он говорит, если сказать какому-нибудь вот этому вот, значит, как сказать джидиту, да, джидиту, что уже кто-то дает там на 20 верблюдов больше, он испугается, он поймет, что кто-то дает на 20 верблюдов больше, он джидит как бы уровня 20 А он всего лишь джидит уровня 10 и он скажет, ладно, тогда не буду, забудем. И дальше придет следующий, скажет, я даю 20. Авраам ему говорит, нет, 20 верблюдов мало, есть уже джидит, который дает 40, 40 уровня джидит. И так мы сможем потом, и пока будет этот джедит 20 уровня думать, мы успеем отсюда уехать, это же кочевые были племена, кочевые времена. И Авраам все хорошо рассчитал, но это же все Бог организовал. А Бог, вы знаете же, есть много замыслов в сердце человека, а замысел Бога он исполнится. И Бог, он, Авраама же он испытывал, это как игра такая, да? И Бог говорит Аврааму, вот ты все хорошо рассчитал, но не говорит, а как бы. Он говорит, ну давай как тогда сделаем вот такой вот ход конем. Приходят слуги фараона, а фараона был царь, и говорят, о, какая девушка красивая, не замужем, не замужем, так мы хотим, чтобы фараон не женился, сколько выкуп. А тут сколько ты не скажешь, у фараона есть, Нету джедита в стране большего уровня, чем фараон. И тут, значит, Авраам с его со всеми расчетами красивыми, что скажи, что ты сестра моя, вот тут он как раз попал в ситуацию не, неожиданную для себя. Но он, значит, он же был на связи с Богом, и это все было для того, чтобы Бог проявил себя, именно Бог творец мироздания, который, для которого нет реальности. Вот это вот именно то, что мы учим из Авраама, и то, что мы, к чему, в принципе, надо стремиться. Установить Контакт с Богом Творцом мироздания, для которого система это, это всего лишь его некое проявление. И если ты выходишь за рамки своей системы, то есть начинаешь делать какие-то действия, выполнять заповеди, молиться, выходишь из обычаев своей земли, выходишь из обычаев своего города, выходишь из обычая своей семьи, и действительно искренне, как Авраам, хочешь присоединиться к Богу, то Бог для тебя делает чудеса. Бог для тебя реально делает любые чудеса, потому что мы видим это из Авраама. Авраам со своей стороны делал чудо, выходя из своих привычных рамок относительно чудо, да, в человеческом понимании. И Бог ему отвечал чудом божественным. Все, значит, чтобы было, чтобы было у нас на этой неделе вот как раз погиб маленький мальчик, и это тоже такая вот, чтобы Лилу шама, у нас сейчас все уроки проходят для поднятия его души, и это очень-очень такая, как бы, если мы смотрим, это страшно, когда погибает ребенок, но если мы знаем, что это цадик, праведник, что это совершенно абсолютно чистая душа, мы понимаем, что он сейчас поднялся на самые-самые яркие, высокие, красивые э, расти в такие вот места. И, значит, мы понимаем, это вера, это вера. Мы должны верить, что это так. И чтобы эта вера, это как раз вот как Бог проверял Авраама, веришь, не веришь. То есть точно так же мы в моменты, когда происходят сложности, это как раз проверка нашей веры. Но так как мы верующие, то мы верим, что все будет хорошо. И все, которые сейчас болеют, Рита Батбася, Моша Бен Ирина, чтобы было им Рифа шлама, и все остальные выздоравливающие. И чтобы мы через вот эти трудности, которые Всевышний нам дает и миру дает, чтобы мы просто в этих трудностях сильнее, это было как трамплин, чтобы мы соединялись со Всевышним, который в этот же момент, как с Авраамом и с Сарой было, решает все трудности, когда ты с ним соединился с Богом. Все. Всем хорошего дня и чтобы Бог услышал ваши молитвы и реализовал их для вашего блага. Все, счастливо.